Как уже нам... Лошади, мяч и кольцо. В Бишкеке прошли соревнования по хорсболу. На поле состязаются в ловкости две команды из Франции и Канады. В каждой по 4 игрока. Хорсбол играет, как вы видите, мячом от футбольным мячом, который обтянут кожаными, скажем так, держалками, за которые можно взять мяч, поднять мяч с земли. Хорсбол зародился во Франции в 70-х годах прошлого века. Сочетает элементы поло, регби и баскетбола. Игра стала популярной и в Кыргызстане. Здесь ее сравнивают с традиционной игрой кокбору, но различия есть. Разница между кокбуру и хорсболом в скорости и динамичности игры. В кокбуру больше остановок, а мы все время в движении. Оба вида спорта требуют физической подготовки. По правилам игры мяч можно бросать в кольцо только после нескольких пасов. Держать его в руках нельзя дольше 10 секунд. Бросок делается с расстояния в 5-10 метров, а поднимают мяч с земли только во время галопа. В этом матче победила канадская команда со счетом 7-6.